Давайте приступим. Итак, открываем крышку термомикса. Ставим на 0. Вливаем в термомикс молочко. 70 миллиграмм. Также водички тепло. Можно нормальной водички. Сюда же 120 миллиграмм. Обратно ставим на 0. Ровно 120. Водичку я взяла тепленькую. Молоко холодное. Оно как раз это нормально. Теперь сюда всыпаем дрожжи. У меня сухие 7 граммов. Вот такие вот. Сюда же отправляем соль. Мне нужно 14 граммов. Тоже хорошо. Так. Также сахарный песок. Тоже 14 граммов. Ставим весы на 0. Тоже 15 получилось у меня. Отставляем в сторонку. Сюда же вбиваем одно яйцо. Вот я взяла одно яйцо. Теперь сюда всыпаем муку. Муки нужно будет нам 340 граммов. Ставим обратно же весы на 0. У меня 345 вышло. Теперь закрываем крышку, ставим термомикс на 2 минуты. И замешивание теста ключи нажимаем. Ждем, пока приготовится наше тесто. Так, тесто наше готово. Открываем крышечку. Все. Смотрим. Вот такое вот тесто у нас получилось. Теперь берем. Я проверю, как она будет по консистенции. Вот она жиденькая такое, да? Видите? Я добавлю еще сюда муки, граммов 100. Вот так вот. Так. Сейчас ставлю термомикс на весы и добавляю еще где-то граммов 100. Ровно. Видите? Закрываем крышечку. И теперь ставим термомикс на 2 минутки. Замешивание теста. Такое вот хорошее тесто у нас. Итак, тесто наше теперь уже точно приготовилось. Надо последовательно было досыпать муки. Вот видите, какое хорошее. Теперь берем его и раскатываем и кладем масло. Уже немного как мягкое оно постояло. Сейчас раскатаю и покажу вам.
А также масло, которое здесь стояло, я беру только для рук. Смочить руки маслом. Вот так вот я немножечко смажу руки. И теперь аккуратно вытаскиваем наше тесто. Тесто очень хорошее, не липкое к рукам. Так, последний штрих. Вот так. Все. Видите? Теперь берем это масло, кладем его на тесто. Здесь у меня 50 граммов масла. Нет, 30. Господи, 50 граммов говорю. И вот это все вот так вот втираем. Это я готовлю булочки для крылья. Очень вкусные получаются. Раскатываем до самой хорошей консистенции. Видите, какой. Вот я его уже минуток 10 с маслом. Так вот. Тесто очень хорошее получается. Видите, какая красота. Все. Уже от платы она отходит хорошо. Вот такое вот. Мягкое, мягкое, мягкое. Теперь берем, ложим в чашу и даем ему подняться. Где-то 20 минут, а потом обратно садим его. И еще раз даем подниматься. Все. Вот такое вот тесто. Видите? Очень хорошее. В чашу, конечно же, я наливаю капелюшечку. Вот. Вот такой вот капелюшечку масла. И везде ее вот так. Чтобы тесто так сильно не приставало. Так я всегда делаю. И теперь кладу свое тесто. Вот так вот. Видите? Все. Ждем, пока оно поднимется. Ой, извините, у меня получилось так, что я не включила камеру. Так, тесто мое поднялось, я его уже опустила сейчас. Оно хорошо поднялось. Вот такое вот хорошенькое тесто получилось. Видите, оно такое пухлое. Теперь можно уже делать булочки. Булочки будут у меня с чесночком, зеленью. Сейчас будем пробовать. Укладывать сразу на пергаментную бумагу, на лист. Итак, смазала ручки обратно же маслом. Мне так удобнее. И вот так вот аккуратно делаю. Тесто нужно. Вот такие они сильно большие будут. Мы будем сегодня грилить. И вот будут чесночные булочки тацу. Очень вкусные. Им нужно обязательно обратно же подняться. Так, булочек много у меня не будет. Они все маленькие. Ну, маленькие. Так, сейчас я это сделаю. Вот так вот. Положу. И пристегнула. Что-то так, держать надо. Все. Вот на эту форму я буду складывать. Так вот. Немного оставлять нужно место для них, чтобы они могли подняться. Так вот. Вот такие вот они получились у меня. Теперь даем им постоять, чтобы они поднялись. Обратно же накрываю их. И пускай поднимаются. Как поднимутся, потом будем запекать в духовке.
Вот так. Но не хочет. Вот так, немножко повыше, чтобы... Все. Итак, булки наши подошли. Булчонки, булочки, как у нас сказали. Теперь, это ровно час прошел как раз. Теперь включаем духовочку, потом на 170 градусов и примерно где-то 25 минут 30 даем подниматься и готовиться. Вот так. Итак, прошло 25 минут, я булочки вытащила. Видите, какие красивые. Вот такие. Хотела вам показать, когда уже остыли мои булочки. Вот я сняла. Видите, красота, не правда ли? Свет не передает эту окраску. Он такой желтоватого цвета, но не... Вот, видите, красота. Хочу одну булочку вам сломать и показать. Еще немного, она горячая. Ой, даже боюсь трогать ее. Очень мягкий, очень. Тесто такое очень воздушное. Видите? Вот так вот покажу. Вот. Такие вот мягенькие. Очень хорошие. Видите? Все. Хорошо пропеклось. Воздушное тесто, мягкое. Вот такое вот. Я яйцом не смазывала. Совершенно не нужно было даже. Видите? Ну все, на этом все.